Записаться на личный прием к должностным лицам Управления Федеральной службы судебных приставов России по Магаданской области теперь можно онлайн. Для этого необходимо авторизироваться через госуслуги и далее следовать инструкциям. Сервис работает в режиме онлайн и позволяет гражданам направить заявку на личный прием с указанием удобного для них времени. Право использования забронированного времени приема не может быть передано другому лицу. В настоящее время можно записаться на прием во все структурные подразделения управления, кроме расположенных в городе Магадана, в связи с действием постановления губернатора Магаданской области о режиме повышенной готовности. Кроме того, в городские отделы граждане могут направлять обращения через интернет, почтой, а также оставлять информацию по телефонам, размещенным на сайте ведомства. При личном приеме в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции наличие масок и перчаток обязательно.